дверь открыл. Вот оштрафую тебя на четвертной, и будешь знать. Больно медленно тянемся. Куда спешишь-то? Домой. Давно не был. Как считать? Срок отбывал. Эва, как же тебя угораздило-то? Сны и сновидения. Лектор Крутиков. О. Таким образом, мы установили, что может быть сон без сновидений, да, но не может быть сновидений без сна. Сновидения должно считать, таким образом, верным признаком чего? Сна. Правильно. Мы сделали попытку дать физиологический анализ самой запутанной и темной стороны нашей психической деятельности. Чего? Зачем? Сновидений. Да. Ну что, поумнело? Разве заметно? А вот сейчас проверим. Смотри. Да чего? Ну, о, поумнело, поумнело. На основании сновидений можно, видите ли, построить заключение только о прошлом. Но не о будущем. Лариса! А ну-ка, ступай домой. Больно надо. Ступай домой, тебе говорят, и чтобы я никогда его с тобой не видал. Ты пойдешь или нет? Ровно тёлку гонит. Не ходи. Ну? Иди! А ты к ней не липни. А я что? Я ее не держу. Подумаешь, бриллиант. Девчат много, мне все равно за какую держаться. Сорняк ты колхозный! Хвощ! Ну, погоди, найдем на тебя управу.
А что управу искать? Давай справку и до свидания. Что вы с ней обращаетесь, как при старом режиме? А что ты про старый режим знаешь? Дураки-то и при новом режиме есть. То-то и видно. Вот ведь не человека, чистая зараза. Итак, видите ли, мы обязаны сказать. Продолжайте. Мы обязаны сказать, что сновидения, как и все естественные явления, не выходят за рамки причинности. Да. Переходи ко мне жить, Лариска. Ты что, один думал или с кем-нибудь? Я по правде. Забирай подушку и переходи. Не придешь, брошу все и уеду на производство. Ты что, ошалел, что ли? Дурной, что мой дурной. Делать-то нужно как положено. Ты отца не бойся. А я и не боюсь. Жалко его, по-хорошему надо. По-хорошему мне тебя век не дождаться. А ты помирись с ним. Помиришься? С начальством трудно мириться. Работай как люди, он тебе и переменится. Приходи к нам завтра в регулен колотить, придешь? Мы доярки и то колотим. Бабы вальками стучат, аль но молотилка простаивает. Поломалась она. Придумать надо что-нибудь. Ну, ты придумай. Помирюсь, распишемся. Сам знаешь. Ну что ж, Иван Савич, аудитория воспринимала меня, по-моему, хорошо. Ну, помирись, поди. Нет, я ведь увлекаюсь. Я как увлекусь, у меня все усталость как рукой снимает. Сейчас чайку попьете, отдохнете. Нужные мероприятия вы сегодня провели. Что могу? У меня вот еще есть лекция о семье и браке. Жена моя, Мария Федоровна. Ручка. Лариса! Дочка наша. Кручков. Дима. Эй, хозяин! Где тут Глечиков живет? Василий Николаевич. Поехали. Ой. Кого везешь? За техника доставил. У нас жить будет? У вас. Баба? Женщина. Ну, тогда дело пойдет. Ну, дорогая. Давай. Тормози. Что тут? Не, тут я обитаю. Поворачивай обратно, отсчитывай отсюда седьмую избу. Спасибо, что подвез. Ты что, черт шалопутный? Отсталый человек. Лошадь замаренная. Замет спасибо, лает. Культуры не хватает. Придется вам в сарае ночевать. Пойду погляжу. Может, сарай не замк. Я тебе погляжу. Дедушка, это я, Тоня. Это какая такая Тоня? Внучка Тоня. А ты чего это приехал? Я насовсем, дедушка, из Ленинграда. Ну, заходи-ка ли приехал. Ты что, кирпичей, что ли, сюда наложила? Книги. Чего? Книги, говорю. А у нас электричество до 12. А после 12 электричество добрым людям ни к чему. Ну-ка, да я на тебя погляжу, какая ты есть. Ничего, гладкая. Значит, насовсем. Не совсем, дедушка. Она какая политика.
вроде не остыл. А платить за тебя будут? Что платить? Ну, это квартирный, что ли. Ведь вот, к примеру, лектор из города на постой становится. Так от колхоза хозяину трудодни идут. Я все-таки домой приехал, дедушка. Это верно. Нет, не станут за тебя платить. Эх. Как ее зовут? Кого? Кошку. Так а у ей фамилии нету. Кошка и все тут. Ну вот, пей чай, да ложись спать. А то у нас будить-то некому. Петух и тот не кричит. Почему, дедушка? Да соседский петух ему ожерелье пробил. Матвей Морозов их водкой напоил. Ведь выпивший человек дерется, а тут петух. Мимо этого Морозова без молитвы не пройдешь. Он наклал зерна в водку, да и высыпал его петухам. Они клюют и клюют, а мне невдомек. Вот теперь петух не поет и курей не топчет. Как ты думаешь, могу я на этого Морозова в суд подать? А? А в контору я все-таки заскочу. Может, и станут за тебя платить. Как с Альном-то? Колотят. Угу. Матвей Морозов на работу вышел. Где станем лен слать? Ивана колотить надо. Раз Матвей за дело взялся, завтра и слать придется. Больно уж прыткий. А вот увидите, новый зоотехник не приходил еще? Забыл. Клечкова предупредить забыл. Из-за тебя все. Чего? Внучка Клечкова зоотехником к нам назначена. А вы ее не знали? Нет. Ха, Матвей говорит, что еще вчера поставил ее в курс дела. Она говорит, тут на видео стоят. А я вот ему покажу курс дела. Тоже мне уполномоченный нашелся. О, кажись, она идет. Вам кого, гражданочка? Я думала, вам сообщили, товарищ председатель. А, как же. Осведомлен. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы чья же дочка-то? Андрея Глечко. А, да. Когда Андрюшка-то уезжал, мы оба еще с ним не женаты были. А теперь у меня тоже дочка-невеста. Лариса. Здравствуйте. Здравствуйте. Какое красивое имя, Лариса. А что ж мы тут, по-вашему, только в фёкла годимся? Значит, на родину потянула. В МТС он тоже молодая агрономша приехала. В архитектуру не выдержала, пришлось сельскохозяйство идти. У вас не нашлось бы времени показать мне хозяйство? Пожалуйста, только костюмчик не замарайте. А у вас что, очень грязно на фермах? Идемте. Пойдемте. Но! Куда это не лен возит? Мети вот до этого столба, понятно? Чем дело-то? Ну а чего стоишь? Сваливай. Давай, Лариса, сваливай. Я сваливаю. Председатель. Вперед, Клава, вперед, давай. Привет, Надя. Матвей, у нас посмотри. Кто это дал указание? Морозов надумал. А ты послушал? Я поздно подошел, без меня начали. Я говорил, сегодня колотить кончим. О! Она! Че Матвей надумал? Это ты сообразил? Почему я? В других колхозах не первый год грузовики лен колоть. Хорошо и быстро. Да, ишь ты.
Вы не сомневайтесь, Иван Савич. С катами головки передавит. И точка. Гляди-ка ты, а я не догадался. Эх, десяток бы машин, и все в порядке. Правда. А где вы возьмете десяток машин? Если новый путь кончил, хлеб возить, где возьмете? Спрашиваю. Неужели кончил? А что, я врать буду? Как вы считаете, товарищ Гречкова, кто виноват? Я считаю, что виноват бригадир. Главное, конечно, вот этот товарищ виноват. Слышь, Морозов, что свежий человек говорит? Вот она, где у меня ваша инициатива. Ровно без вас не соображаем так лучше. Машина! Листовушка! Ну что, пойдемте. Сами натворили, пускай сами разбираются. Новое начальство объявилось. Давайте, убирайте! Убирайте все побыстрее! Ну да, еще чего. Давай, там побыстрее! Ну вот, Антонина Андреевна. Как говорится, отставать не отстаем, ну и вперед не забегаем. Все, думаете, начать? Я думаю, что самое главное – это кормовая база. Не я это, посторонний новатор тут изображен. Это все Морозов дурит. Ничего смешного тут нет. Молодые тут приступили. Ну что, приступила к делу? Плохо я начала, дедушка. Да чего так? Сказала не то, что думала. Давай, Ларис. Ну давай, разгребай, разгребай. Ну подавай. Тррр, стоять! Ну давай, разгребай. Тррр, стоять, тебе говорят. Стой ты! Стой ты, стой! Стоять! На, принимай. А ну иди отсюда. Да ничего, я подержу, трудный. Не стоит он. Давай отсюда, тебе говорят. Во-первых, мы с вами не настолько знакомы, чтобы... А, так, черт! Пошел! Пошел, тебе говорят! Ну, пошел! Ух ты! Слыхала, Морозов-то уходит из колхоза. Из-за тебя, говорят, уходит. Будто ты на него председателю наклепала. Да поди брешь. Это правда, что вы уходите из колхоза? Да. Почему? Это вам лучше знать, почему. Чем же я виноват? Если бы на меня один Иван Савич навалился, понятно, у нас с ним давняя война, а то и вы. Это ужасно. Разве можно из-за этого бросать колхоз? А почему нельзя? Вы меня обидели до самой глубины души. У меня тоже есть душа и сердце. Мать, у нас есть такие вот еще гвоздочки? Вы меня тоже обидели, чуть не задавили, но я не бегу из колхоза. Это вас кобыла обидела, но не я. Она нервная. А я не стану терпеть ни от вас, и ни от самого Ивана Савича. Отношу сухарей и уйду, куда глаза глядят. Без средств, без состояния. Ну, ладно тебе представляться-то. Что вам, Матвей Морозов? Ну, как бы жизнь не была горька, я не уступлю и миллионной доли. Вот, понятно? Да что вы не видите, он же смеется. Они год-два назад пьесу репетировали. Вот он из нее и шпарит. Не в заграницу уходит, в нашу же МТС. Нашу землю пахать будет. Из МТС бежать легче. Куда бежать? Хоть в Ленинград. Что смотрите? Вы в метро катались? Вот и я хочу покататься. Перчаточки себе куплю. И прощай, моя честная будущность. А я просить вас хотела. Обождите.
Больно убились. Я сама видела, как она к нему в горнице шасть. Истинный крест. И вы бы шли в МТС. Что вам здесь делать? Что вы, Матвей? Я сюда по собственному желанию приехала. И не жалею. Вы здесь тоски помрете. Вы поди в театр привыкли ходить. Телевизор глядеть. А тут. Верно я говорю, Лариса. Ты всегда верно говоришь. Нет, Матвей. Все зависит от людей. От нас с вами. Надо сделать так, чтобы всюду интересно было жить. Придет время, и все-все будут делать машины. Нужно будет очень много знать, чтобы на них работать. Знаете, Дарья Семеновна, даже ваши трудодни будут подсчитывать машины. Скорее бы. А то это нам без этого ну вовсе не обойтись. Правда, такие машины уже есть. Называются табуляторы. Как? Табуляторы. Что вы смеетесь? Я не выдумываю. Да вы не серчайте. Я не серчаю. Странно просто. До свидания. Кого присылают? Кто растрепал по деревне, что я из-за нее ухожу? А тебе что? Ты? На хоть бы я. Так и знал, что ты. Так вот, я тебе советую, ты наперед держи язык за зубами. Подумаешь. Эй, Вась! Ты чего это Матвея домой не отпускаешь? И? Сам не идет. Так за работу взялся, почитай, половину работы бригады сделал. А вы что ж сделали? А за ним не угонишься. Вон он с трактора не слезает. Кто распорядится, тогда я отдам. Я вот тебе молочка принесла. Соскучился, поди. Ты что, 10 километров протопала? Да ладно. А то как бы не помер в передовиках-то. Ну, спасибо. Кто здесь Зефиров? Ну, я. А что? А вы точно Зефиров? Василий Тимофеевич? Точно. Ну-ка, кликните его. Товарищ Зефиров! Да? Не сходите с места. Уйди. Товарищ Зефиров! Да нет, поверните голову. Зефиров! Кто не знает лучшего тракториста под Каменской МТС, товарища Зефирова? Мы встретили его в поле. Здравствуйте, товарищ Зефиров. Уйди! Чего это они его фотографируют, допрашивают, а тебя нет? Штатный передовик. У нас сроду так. Как разгонится одного хвалить, так и хвалят, не притормаживая. Говорят, вы человек веселый, на баяне играете. От невест поди отбою нет, а? А что ж сейчас такой серьезный? Давайте-ка вместе посмеемся, просто весело. Да нас сроду не смеется. Хотите, я за него посмеюсь? Вот так. Ну, знаете, такими вещами не шутят. Спасибо. Все. Распоряжение начальства. На, подкрепись. Бери.
Хоть бы говорить-то мог. Привык регулярно почет получать. Издали, видать, избаловался. Где же это видать-то? Глянь на свой трактор. С таким уходом он 54 силы не даст. Сколько по паспорту положено, столько и даст. Не даст. Мой на факте даст, а твой только по паспорту. Ну и пускай. А, ему почет, ему и пускай. А спорить не станешь. Стану. Не станешь. Стану. Премия. Пиджак серый, новый. Да ты что, с ума сошел? Витек. Ладно, сынок! Брось, Матвей, не надо! Да не бойся, у него мотор сразу заглохнет и все, отойди! Отойди! Ну что? Давай! Давай! Посмотрим, кто кого перетянет! Понял? Что вы тут делаете? Это вот тот... Корень выпрямляем, садись! А вы отойдите, а то прицеп сорвется, костей не соберете! Ну так как же нам быть с тобой, Морозов? Сесть можно? Ну, конечно, садись. Так как же будем решать? Вам виднее. Вас тут вон сколько. А я один. А что значит один? Мы тебя на то и пригласили, чтоб вместе обсудить. Ты человек грамотный, не хуже нас разбираешься. И за свои слова, за свои поступки должен отвечать, как положено, по закону. Чего зеваешь, скучно? Машину калечить не скучно, а с нами беседовать скучно. Скучно. Ну, что я говорю? Другой бы, на его, если осознал свое поведение, покаялся, а этот никогда. Как ты считаешь, Зефиров виноват? Моя идея, я один виноват. Какой благородный. Зефиров-то без тебя 2 года работал, и кроме благодарности никаких замечаний. А ты куда не встрянешь, всюду ровно микроба. И в прошлый год у тебя в МТС выговор был. Не было. Забыл. А выговор не сказка, чего его помню. Нашли? Да вот, ищем. Ищите. Товарищ Игнатьев вас там вызывает. Я сейчас выйду. С ним разговаривать нечего. Отправляйте материал в прокуратуру, пускай там разбирается. Так, мол, и так, сознательно вывел из строя трактор. Ну, а я там тоже кое-что припишу. Это вы
На своей избе повесили портрет, да? Ну, повесил, а что? Да не так, ничего. А с какой целью? Без всякой цели. Что, красивше было. А почему портрет именно вашего председателя? Я не знал, что он недостойный. Да, с вами трудно разговаривать. Я сейчас приду. Можно вас на минуточку? Да. Сергей Алексеевич, не принимайте никаких мер к Морозу. Я за него ну просто ручаюсь. Будем передавать дело в прокуратуру. Морозов, нет возражений? Нет. Это значит, судить тебя будут. Это значит, посадят тебя, понятно? Мне идти. Неужели тебе все равно? Хоть бы об матери подумал. Мать в колхозе работает, проживет. Вот жену, конечно, немного жалко. Какую жену? Он разве женат? Врет. У него всегда такие штучки. Да кто за него пойдет? Нашлась одна. Врет, ей-богу, врет. Конечно, тяжело ей будет. Только что расписались, а тут мужика забрали. Ну, ничего, я думаю, мне много не дадут. Она что, из вашей деревни, да? Наш, Пеньковская. А вы говорите, Иван Савич, кто это, Лариса Ивановна? Какая Лариса Ивановна? Супруга Морозова. Какая может быть супруга? Нет, нет. Не может быть. Это он бланку выкрал в сельсовете. Вот смотрите, печать-то не видать. Смотрите. Смазана печать-то. Ну что, я говорю, фальшивка. Ее надо туда же в дело. Ты чего? Товарищ директор, простите его. Ведь он же ни в чем не виноват. Там и серьгу уж приварили. Ну за что ж его, а? Ну ладно, иди отсюда. Не касайся до нее. Иди отсюда, Лариса, иди отсюда, говорю. Не касайся до моей дочери. А ты, бать, молчи. Для меня теперь твои приказы действительно теперь ему подчиняюсь. Очень рад, что выдаю нашу единственную дочь для такого красного молодца. А? Ну да, а что теперь сделаешь? Я рад, поскольку семейная жизнь прибавляет человеку самостоятельности и отвлекает от глупостей. Я считаю, Матвей меня и дальше не подведет, и, быть может, хоть поженившись, будет вести себя как положено. Я, брат, все худое забыл, а высказаться должен. Да, ничего, я понимаю. Жить нам поживать, добрую славу наживать. Совет вам до любовь. Дедушка, это что, обычай такой? Это подклет называется. Ну, подклет это, ну, подпол, что ли. Чтобы у молодых в доме добро не переводилось. Вот сей мы дарим. Ну, Тонечка, давай наш подарок. Давай. Горько! 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 Желаю вам счастья. У нас так не положено.
Себя всего осыпал. Погоди. Этот порошок, Федор Петрович, обогащает почву азотом. А азот необходим для питания растений, ну, как сено для коров. Вот. А здесь травостой хороший, вон там сыпать надо. Понятно? Да. Теперь на эти места коровушек нельзя пускать. Сдохнут от этой травы. Что вы, глупости это. Трава от этого только сочнее, лучше будет. Да я не против. Ну, все, пыли азотом только вот там. Ну, как тебе не стыдно? Вместо того, чтобы объяснить, насмехаешься. Вот вы у меня дома говорили про какие-то табуляторы. А правда, говорят, есть такая машина, которая иностранные книги читать может. И в шахматы играет, и никогда не проигрывает. Правда. Я сомневаюсь. Правда. Ну, а это... Как же это она... Еще не то придумали. Вот лет через 10 не нужно будет ни горючего, ни тракториста. Садитесь в кабину, подвезу. Не заморайтесь. Будет без тракториста, без горючего. А? Представь себе. Вон там идет трактор. А в нем никого нет. Только он будет совсем не похож на твой. Чуть не задавили. Вы мне нужны. Ты езжай. Здравствуйте. Езжай, езжай. Я вижу, всерьез взялись за Морозова.
Да он хороший. Его нужно занять как следует, отвлечь от глупости. Я вот вам захватил учебные программы районных курсов. Спасибо. Думаю, пригодятся. Ну, поезжайте, а то трактор простаивает. До свидания. До свидания, до свидания. Чего это он вам говорит? Да так. Все у вас так, да так. Мне похвалить вас, Антонина Андреевна. По линии производства у меня никаких замечаний к вам нет, кроме благодарности. Но в деревне есть деревня. Тут каждый человек на виду. А уж если дело коснется любви, тут уж бабы, как худые сороки, таскают сплетни и устраивают возле колодцев конференции. Какой я неплохой отец, а все-таки отец, и кроме меня никому не понять, как мне тошно. Только что расписался Матвей, а уже хвост с колечком примиряется гулять от законной жены. А некоторые барышни, вместо того, чтобы усовестить его, разводят с ним научные беседы про разные автоматы и неизвестно еще про что. Разве я виновата, что он интересуется? Интересуется... Тобой он интересуется, а не автоматами. Как вам не стыдно? В общем, это до того нелепо, что я даже не знаю. Что бы вы ни думали, мне совершенно все равно. Тут реветь нечего. Я только хочу тебя предупредить, поскольку ты молодая и много не понимаешь. Как вы только могли подумать? Да я тебя не виню. Я от Матвея остерегаюсь. От него путного ждать не приходится. По-моему, Морозов парень очень способный, любознательный. И еще у него есть очень хорошая черта инициативы. Правда, ему не хватает знаний, кругозор. Но ведь в этом-то мы с вами виноваты, Иван Александрович. Ведь ко мне не только Морозов подходит. Людям же деться некуда в свободное время. Клуба даже нет. Есть. Но в него войти неприятно. А что мне хороводы водить своим Морозовым в ладушки играть? Ой, Иван Савич, разве я об этом? Колхоз «Новый путь». Лучший колхоз района. Совсем рядом, а мы о нем ничего не знаем. Будто он на другой планете. А я уверена, что молодежь живет там совсем по-другому. Люди ж тянутся к культуре. Люди-то тянутся, а ты от Матвея отступись. Опять? Лариса, девка отчаянная, в случае чего на любую крайность пойдет. Да как вам не стыдно? Ты меня не стыди, ты войди в мое положение. Хорошо, я уеду. Чего? Уеду отсюда и все. А кто тебя пустит? Мое дело предостеречь, а там, как знаешь. Ну, давай чай пить. Поди устал. Ничего. Зима скоро. Дров бы запасти. Посвобожусь, Маус, съезжу в лес. Много холостых, а я люблю.
мою семью. Печальная история, я от тебя любовь даю, а от него тем более я от тебя любовь даю. Лишь только он покажется, а вдруг все то, о чем молчу, само собою скажется, а вдруг все то, о чем молчу, само собою скажется. Я видеть не должна, боюсь ему понравиться. С любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться. С любовью справлюсь я одна. Я с ребятами поговорить хочу. Да не все у Левтины. А ты что ж? Я туда не хожу. Пойдем. Одной веснушки не останется истинный бог. Чего страдаешь-то? С ума знаешь. Что бы вы без меня делали? О, заходите, заходите, гости дорогие. Посмотрите, как наши ребяточки веселятся. Только поосторожней, а то видал, кто пришел. Сорву я веточку, сорву я витую, свою проманечку я про убитую. Две сестренки шли Ню разманию, любили мальчика, зазвали Ванию. Словом, пути танцы под радиолу, вы не обеспутите. Они богатые, не в клуб какой. И зачем было ездить, только людей растравили. А я не жалею, что мы ездим. Там люди глубоко свое дело погибают. Вот в чем их главное богатство. Какой хорошенькой был мальчик Ванечка. Любила младшую сестренку Манечку. Нюра видела, на Маню злилась. Отомстить ее она решилась. Вот Лариса как-то сказала. Мы курсов не оканчивали. Ну, сказала. А разве нельзя у нас в Пенькове учиться? Повышать свою культуру. А какая тут культура? Ни кино, ни танцев. Да я не про то. Заладили. Культура, культура. А где нам этой культуры набираться? В клубе вон портреты на сыпь отморозили. Пожалели хоть портреты. Да что говорить? Вы вот только агитируете. А клуб-то как был сарай, так и есть сарай. Да вы все равно лекции не слушаете. Это Димка, ты лекции говорит. У него вся культура-то в портфеле. Мой Матвей супротив него профессор. Морозов, конечно, очень способный человек. Но у него не хватает элементарного кругозора. Это не твоя забота. Будет у
тебя мужик, его и обсуждай. А со своим мужиком я сама разберусь. Помощницы мне не требуется. Не мужик, а муж. О, каждому слову цепляется. Он в МТСе работает, и тебе до него дела нет. Меня обсуждают. Вон он, некультурный муж пришел. Ну-ну-ну, а куда лезешь? Лапни. Тут культурные собрались. В таком некультурном месте. Пошли домой. Ой, то родной отец домой загонял, теперь собственный мужик. Погоди, Лариса. Тут у нас вроде комсомольского собрания. О клубе мы рассуждаем. А я и не знал, что Алевтина комсомолка. Но ты не бойся, Алевтина, тебя в комсомол не примут. Погоди, Матвей. Все рассуждаете. А я бы на твоем месте собрал бы комсомольца в холодном клубе. Да председателя бы вызвал. Поморозил бы его как следует. И были бы вы с новым клубом. Он стужу не уважает. Я заканчиваю. Можно было бы еще много говорить, но и так все ясно. Вот поэтому мы и говорим о культуре. Поэтому нам нужен клуб. Понятно, за какую вожу дергаешь. Увидели клуб в новом пути, и вам тоже захотелось. Да нам бы хоть половину. А мы-то же мужик, а? Да, чего это вы больно веселый? Вопрос серьезный, и ничего здесь смешного нет. Вы думаете, я не понимаю, что вы хотите из меня эскимо сделать? Но мы считаем, правление считает, что важнее фермы перестроить. Конечно, важнее, Иван Савич, но... А почему бы вам самим клуб не выстроить? А? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, своими силами свободное время поберечь здоровье председателя. Здравствуйте, ну и все. Замерзли? Ну что, жарко. А ведь верно, ребята, что у нас, рук что ли нет? А материал где возьмешь? Да погоди с материалом. Придумать что-нибудь надо. Ведь с таким клубом мы все равно жить не можем. Нет. Иван Савич, дайте нам старую Ригу Алевтины и немного тесу. Остальное мы сами сделаем. Верно, ребята? Ну вот. Пробрало. И меня пробрало, вполне понятно. Шут с вами, берите Ригу. А эта Рига когда-то моя была. Ну что из-за зря стоит, бабушка? Конечно, вам лучше знать, что строить, что ломать, касатка, на то вы и ученый. Вы у нас почетным гостем будете. Эй, тут лом надо! Можно взять, а? Бери, коль ничего не осталось, ломик-то не разживу. Лом давайте! Леня! Леня, иди сюда! Давай, давай, скорей! Вот лом, на. Иван Савич, оказывается, и клуб можно выстроить. Так-то, конечно, можно. По воскресеньям, безо всяких трудодней, бесплатно. Вот я и говорю. Здравствуйте, как я рада, что вы приехали. Дружно вы здесь взялись. Дружно-то дружно, только ведь энтузиазмом крышу не покроешь. Нам вот железо нужно или хотя бы дранку. Ну вот, все ее рады. Ну что ж, придется раскошеливаться, председатель. Она вас просит. Да, я тоже попробую помочь. Потом нам очень болты нужны и скобы. Очень. Очень. Ну, что ж, а ваши люди в МТС работают? Работают. Вот Морозов, например. Здравствуй. Здравствуйте. Вот он может помочь. Тут и без меня помощников хватает. Ну что, начальство-то? Обещают, как всегда. Про крышу говорили. Ну. Нечем крыть. Дранку-то кустаридеру. Придется покупать. Да нет, они меры принимают. Завтра милиция по деревням пойдет. У кого станок или готовую дранку обнаружат, отберут и еще штраф. Да ну, а сколько? 2000. Что ты? Потому, говорит, это возрождение капитализма. Меньше нельзя. Антонина Андреевна! У меня вот тут насчет дранки соображения имеют. Спасибо большое. Осторожно, углы! Лариса, где есть охота? Потерпишь. Какой хороший человек этот Уткин. Решил нам свою дранку пожертвовать.
чувствую для крыши. Надо же. Я прям даже его расцеловать хотела. Ну, я пошел. Давай домой. Обедать пора. Ну, как вам не стыдно? Почему вы нам не помогаете? За даром одни дураки работают. Я требую, чтобы строителям клуба было начислено хотя бы немного трудодней. Я решительно требую, чтобы все наши заявки были удовлетворены. Требую, требую. Ты бы лучше с Игнатьева потребовала. Краску обещали, стекло обещали, а где все это? И потребуем. Вот-вот. А то вы обманами занимаетесь. Уткина обманули. Дранку у него забрали? Так он ее добровольно отдал. Добровольно. Глубже надо вникать, товарищ Гречикова. Я-то знаю, чьи это штучки. Вон ты про обои пишешь. Этими обоями не только клуб, но еще и избу можно оклеить. Если правление мне не доверяет, то я хоть сейчас могу с кем угодно пойти и перемерить. Это и завтра не поздно сделать. Нет, Иван Савич, вы наши требования под стекло не кладите. Я все равно сейчас пойду и перемерю. Ну, иди-ка, Лехота. Ну и пойду. Не грози. Смотри, сама не напугайся. Ух, Иван Савич. Ты что здесь делаешь? Да я так. Ну, да я так. Скобы. Где ты их взял, Матвей? Не бойся, не украл. Значит, Суткиным тоже ты? А что? Тащи. Пригодятся. Если бы не ты, не понес бы. Больно надо. Хоть бы спасибо сказал. Мы тебе очень благодарны, Матвей. Мы. А ты? Помнишь, Матвей, мы Ригу Алевтины разбирали? Ну? Я давно хотела тебе сказать... Я тогда над собой измывался, а не над тобой. Тебя не поймешь. Не помогал, не нравится. Помогать стал опять не нравится. Не говори глупости. Глупости, глупости. И зачем только ты к нам приехала? А? Да не бойся. Не бойся. Силком не трону. Что, Тоня? Погоди. Что? Нога. Эх, ты как же. Подожди, сейчас. Я тоже подойду. Держи за шею. Осторожно. Держи за шею. Сейчас.
Сейчас посмотрим. Где болит? Здесь? Не трогай. Вывихнул, наверное. Ну ничего. Вправят два счета. Неудобно? Давай повыше. Ложись. Сейчас за шофером сбегаю. Доктора привезу. Уеду я отсюда, Матвей. Мне здесь очень-очень одиноко. Уеду далеко-далеко. Я тебя где хочешь найду. Ногу вывихнула. Доктора надо. С доктором разберемся. А ты утри губы, ступай домой. Не теряй. Гляди, всю себя растеряешь. Дедушка. А? Как же я? А ничего. До свадьбы заживет. Ну, все-все прописано, а? Ох, и хороша эта книга. Энциклопедия. Надо ее газеткой обернуть. Самый вредный человек у нас Морозов. Он все наше семейство хочет извести. Если это он, дедушка, не пускай его. Да я его ухватом с крыльца. Ты что, дедушка, обознался? Ой, Тоня, что делается-то? Три машины из района, ящики, ящики. Мы теперь ящики. Такой клуб отгрохнем. Не подвел нас, Игнатий. Все обещания выполнил. Ну, а теперь председатель раскошелится. Только я вас подвела. Ну, да что вы. Да вы лежите, лежите. Там все ребята собрались. Машины разгружаю. И Матвей пришел. А вот этого бы Матвея, да вот этим бы ухватом. Вот тут ребята просили вам передать. Спасибо. Хороший клуб, ребята, выйти. Хороший. Нет секрета в деревне у нас. Не сойтись, разойтись, не сосвататься в стороне от придирчивых глаз. Наш Мороз. С какой же стати ваш? Но не бойся, тебя не обидим мы. Не пугайся, земляк, земляка. Здесь держать можно двери открытыми, что надежнее любого замка. Для клуба скобы делал, болты нарезал. Правда, все просил никому не говорить. Теперь можно.
За полями, садами, за пасекой не уйти от придирчивых глаз. Тем, кто держит свой камень за пазухой, ох, и трудно в деревне у нас. Тем, кто держит свой камень за пазухой, ох, и трудно в деревне у нас. Частушки! Ты не мог раньше занавес закрыть? Да, ты тоже хорош. А я что, я играю, играю. Да она совсем не это хотела петь. Ребят, поглядите. А я думал, здесь танцы. Какие тут танцы? Вот что. Нам нужно организовать дам-кружок. Ребят, давайте организуем ансамбль. И будем продергивать все колхозные недостатки. А что? Я даже название придумал. Сны и сновидения. Антонина Андреевна прочтет нам лекцию о будущем нашего колхоза. Простите, Антонина Андреевна. Я не сумею. Сумеете, я знаю. Ансамбля. Ну и сновидение. Художественный руководитель Матвей Морозов.
Пенсионеры разрисовали. Тимофей, чини. Вон он идет. Да будет. Ну как? Кто не здесь? Тоня, Ваня! В годы разрухи Владимир Ильич мечтал о 100 000 тракторов на наших полях. Он мечтал о них, зная, что они принесут в деревню новую жизнь, стремление к знанию, новое во взаимоотношениях людей. Не 100, а 100 000 тракторов теперь ходят на наших колхозных полях. Это сделали наша партия, наш народ. От каждого из нас теперь зависит, чтобы труд любого человека стал сознательным творчеством, а жизнь стала интересной, красивой. Без молока, но не может быть молоко без чего дальше? Без коровы. Таким образом, молоко можно считать верным признаком чего, товарищи? Правильно, коровы. Продолжайте, продолжайте. Так ведь, Иван Саевич, время-то истекло. Важное мероприятие провели. Иван Саевич, я думаю, аудитория меня воспринимала хорошо. Стыдиться нечего. Теперь уже всем известно. Что известно? А все. Что голос у меня при тебе хрипит. И что, как увижу тебя с трактора, так мотор глохнет. Что ты говоришь, Матвей? Да, ничего. Ты и сама меня любишь. Вот так. И все. Сама понимаешь,
Нам ходить с тобой кругами больше невозможно. Решать надо. Нет, Матвей. Ты только не обижайся. Ты понимаешь? Ты все понимаешь. Я не стану разрушать семью. Ах, вон она что. Ну, ты не бойся. Я-то совсем забыл, что у меня жена есть. Если бы не она, жили бы вы себе. Не трави ты мою душу. А что, у меня сердце-то каменное, что ли? Разве я не вижу, чего ты маешься? Вон и юбку себе, как у Тоньки, гармошкой сделала. Только не юбкой она его берет. Я до последней точки дошла. До последнего краю. Есть у меня такая травка. Антонина Андреевна, зашли бы вы к Ларисе-то, помириться она хочет. Правда, истинный крест, извелась вся, в положении она, пожалеть ее надо. Жени, ты в чайно замужем? Я обязательно зайду. Обязательно. Я вас вечерком кликну, когда она одна дома будет. Только пораньше, у меня занятие вечером. Ладно, милая. Спасибо. Да что же. Что же. Батюшки, что это теперь будет-то, а? Здравствуйте. Здрасте. Проходите. Хорошее платье. Ничего, правда? Это я сама шила. А хотите, я вам выкройку дам, а? Спасибо. Я на вас не сержусь. Что было, то прошло. Я верю, что все наши недоразумения развеются, если мы поговорим по-дружески. А по вечерам стало холодно. Сейчас согреетесь. Спасибо. Ой, какой горячий. А что с вами? Вот вы не знаете чего. А когда ждете? В апреле, если ничего не случится. Все будет хорошо. Счастливая вы, Лариса. Дальше некуда. Если горячо, пейте с блюдца. Я перед вами ни в чем не виновата. Иначе я бы не пришла. Что с вами? Что с вами? Уходи. О, у нас гости. Ладно, валяться-то. Собери что-нибудь похлебать. Тише, Матвей, не видишь, плохо ей. А что такое? Что ты? Возьми там в печке. Борщ там. Ой, худо мне. Внутри горит все. Это в ее положении бывает. В каком положении? Как в каком? Скажи, пусть уйдет. Может, нужно что-нибудь, а? Ой, да уйдешь ты или нет?
Да ты вся дрожишь. Может быть, доктора надо? Не надо. Посиди со мной. Посмотри на меня. Мне легче. Ой, батюшки, да ты ведь есть хочешь. Да ладно, лежи. Вот и легче. Можно обниму тебя? Не ломай ты мою душу, Матвей. Ну скажи, что тебе надо? Чем я плоха тебе? А что в избе худо, так это же от твоих молчанок. Ой, да я сейчас встану и приберусь. Не мучь ты меня только. Да что у вас здесь тряслось? Ой, в дыму я вся, в тумане. Гляди за мной, Матвей, гляди, как бы чего худого не случилось. Зачем она приходила? Ой, Матвей, Матвей, отравить я ее надумала. Да, видать, не гожусь для душегубства. Не в то время родилась. Да ты что? Вовсе ополоумела. Жалко! Тоньку жалко! Лариса! Слушай, Лариса, жить с тобой я стану по-хорошему. Только Тоньку ты не тронь. Она не виновата. Ну, а кто тебя на такое дело надоумил, я знаю. Сама бы ты не дотяпала. Ну, это уже моя забота. Можно начинать, Антонин Андреевна. Антонина Андреевна. Уходить собралась? Откуда ты знаешь? Я все про тебя знаю. Зря. Ты не думаешь, что я ухожу из-за тебя и Ларисы? Но Ларису ты зла не держи. Ей Алевтина зубы точила. Ну ничего. У Алевтины хватит времени покаяться. Вперед она не будет людям свет засить. Что ты сделал? Я ее на зимовку услал. Что ты натворил, Матвей? Что ты еще натворил? Thank you.
что, рада? Что же мне теперь с тобой делать? Делай, что хочешь, мне абсолютно все равно. Доигралась с огнем? Хватит. Делай, что хочешь, только молчи. Да, я подлая. У меня не хватило мужества выступить в защиту его перед судом. А ты-то что лучше? Почему ты ничего не объяснила суду? Ведь ты ж первая говорить должна была. Ты кричать должна была. Ты ведь ему не кто-нибудь, ты же ему жена. Не ори, а в ушах звенит. Ох, и дурная ж ты все-таки. Слушай, что скажу. Матвей сам не велел мне рта раскрывать. Ведь мы ж с Алевтиной тебя отравить хотели. Это правда? А за что же на Алевтину в погреб засадил? Ну вот и все. Все-таки неверно сделал. Часто сюда ходишь? Часто. Он тоже любил на воду глядеть. Я думала, он выправился. Думала, заинтересуем, отвлечем от глупости. И вот не смогла. То-то и дело, что смогла. Он знаешь, что мне сказал? Ты, говорит, Тоньку не вини. Я через нее дальше глядеть стал. Будет подавать апелляцию? Не станет. Надо его уговорить, ведь он же такой некрепкий. Некрепкий. На вид некрепкий. А обнимет, сердце заходится. Сама ведь, небось, знаешь. Не знаю, Лариса. Полно реветь-то. Пойдем, что ли? Подъезжаем! Моя станция! Ну, счастливо, сынок! Товарищ Игнатьев. Здравствуй. Здорово, Матвей. Залезай. Езжайте, я напрямки. Опять ты на меня своих комсомольцев натравливаешь? Не будет стадиона. Нет, будет. А я тебе говорю, не будет. Нет, будет. Здравствуйте. На работу опаздываешь. Давайте.
Мама. 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 Давай, Танечка. Мама. Ладно, ладно, Лариса. Ну, пойдем в дом, а то мальчонку застудим.